Утюгенен хеге олох үйгер бирини көрөгүт бүгүнгү бири битигер биге олору жин дутууга икки сүрүн кайсыктуунан кепсет якпыт. Ол курду карбак жеттен көрү уонна элбек квартиралар жин дутууга кыттыган баран албынна пут жону өйөн туунан. Биги бу эфир гөлүлү бит түрдүн икки утагыс 97 номер керен келен кепсетиге кыттыга кыдын сөп манытаханын биеха WhatsApp бар 9914 2730 7406 манна мен саналар гытын, ыйтылар гытын калларын. Жада күндү бүгүн күнү берип бир ылжыттык албет жомутугар сөтөгөл үтөгөнөн болоктун. Аттан бүгүн бастатан туран агалыккан кепсетибитин карбак жеттен көрүү туунан. Маннаттан бияга архитектура ва тутуу комплексин министерстветтен бир стивителле керен олорлор бастыгы буруттон бу мен билер менен онна интернетке да акып бунан колобур графиктан калы бар курдук. Кая кандык улуштарга бары оннотон тө график сиздан эхепти. Чүнки хендин таксиге график сахариге койтаандар баалы. Бу нерин гүнүшкө районга бар, самый бах график. Нерин гүнүшкө кемесе. Я Брата Кракатан Чахсергалы Мандык Таддулан Ер. Улат Улахан Калы Хокурдукту? Улат Улахан Калы Хинби Барды Датун Сентябрь Кен Октябрь Гайн Ситейх Питчан. Ну, Руйнар, Буйки Дебери Барду, Атан Руйнар Гайме. Ать давай. Антон Тахам Улахан Чахсергалы Икер Юнга Бар. Это словенно Нингадискер Юнга. А то республика Дна Хать давай? Республика днен блан тула не хит тагай дай? Тон билинги турунан хет тон тон такса брэхна тула турар механа вару тон чахча сентябрь гал бах туу кит улахана гаян тон пайши баратын да бичарик худу пут. Кас джет тула лох тагай? Овсай билинги турунан сюй сату джет тула турар. Сюй сату тан тон чахча тэргал это сюй вонтан тахай кирия. Сэп. Тон ханнык калын эр улустары каддык үлөтүн тетимир дагы колобура. Ол үй бүлү болун, жерин гири болун, үлөнү күтүргөлөтөргө, тетимирдерге туук мээрелери лагат. Атон билигин булла туук министерство үйдүнөн бара ол туктарга проблемалар улустарга бара ответственность жөнүндө баалар күнөйү селекторуна совещание болуп муняктар болулар месте баран көрөлөр. Это он уйла варар. А то как чего люди так дагай по программам на офсена. Кемер келер ду федеральная программа была. Бу федеральная программа. Офсена не так это бу харбах диетен кохри программа тир. Офсе о тут миллиардан так ук керулен турар. Программа вот вони султан лир был. Был ты мигтенихта, ага, вот это. Бу 30 миллиардтан бүгүнкү күнгө 1,6 миллиарда уже освоенный. Белгим болду бул программа утунти мүктүр бүтөр 3 миллиардтан такса үп госбюджетке көрүлөн турар. До 1 сентября оно освоеген мыт программа утунти мүктүр тахпыт. Ато атын Россия региондорун кыттыкан теңнәтэ кына сахахере тө бу шөйдүк үлөнү толорун ери. А тон реформа ЖКХ ден обсе общероссийский сайт пар. Ол оно биге постоянно көрөбүт, атын тергетет ден нехевит я кахеп. Бүгүнкү күндөн ранг субъектов тем бар. Бүгүнкү күнгө республика Саха Якутия отут бехис места хадир. Окас регионтан. Тубас. Агуантан такса регионтан. Ага. Улат ортут ногуз деккейдер болот. Тот, ухуклин регион, то?
Вокулингеринга он нук кердири барду вахто. Ну ханнарах на юж места ходил и курдук. Эти биге дальний восток игер юж места. То это хаби я бью кунян у никого гле идеистыга ки бит недер тюсюс того хин бит хин чайте дальний восток хаму юдук. То Иркутская конечно хаму юдук. Признанный. Сэп. Вот там бу усынан харбак жетен көрүгө туук калгалар баалар. Кибарта сөбүлөр ду эбетер кимере колур олорор киби багар эми условиятын эбле эвекке кастын эп ду ондон кийин түгөндөр баалар да. Жонот деттен именно проблема. Граждандар. Тарагыны проблемалар бар болачылар. Жоннор соргор жени эблечилер хок есть барында. Например, Нерингрига, она вторичный рынок, как расселение было. Вторичный рынок, ханык же барынан атылган берилер болай. Ну, жалобы есть, тух. Обой ин эмэ кухаган инде. Тохара орынды кейн даже болымсы. Оно кадык бахара кады? Оно муниципалитет бэта жоннору гүттөгілелэхэр. Төгілелэхэн собрание оңырон договаривается. Бияка көрөчүлөр бүк кеттеалар. Алло, иштебит. Алло. Алло, дарабаларым. Дараба, түйөкөхөннөн. Түйөкөхөннөн Горнайстан, Гос сулууну бөтөрөнө эртепиэ гана тарасаба тилдим. Бул Карбак жеринен сүрдөн чыгай программа жондого кеттиге мыранна. Бул баттагы баппуром салганы доо диен, ата салганы дийди. Оттон ол салганарыга эхе турбастар бииги республикабыз турбастар кыактар дуа колобурун билигин эти карбак жээлерге үксе жээ туттан көспүк жоннор үксе олорор буаллахтары олор икки жээле курдук буалаллар оттон саамай саатта кыржагас бии жагас бетиреннербит ол тылгаин кийбет үле бөгөн үлелебит жоннор саамай жээлере сиңнен Олог энагарен сурар, оны чахнай карбак жие ханныгара дуалясын ичинне киллерер кыртақтар дуал кан, билден сурар, сыйлай нахамнук комплекснер да бол батар. Чахнай жие карбактары кыржағас жын кинин киллерер кына программа сурастар кыртақты токелер эсчуге. Сэп, ахай дэтивит. Оттан эвдекий гуровнам туқтен иттеди. Бастадан туран бу программа салғаны оду дейін. Ол салғаны қаһан баһарлы чолкая. Оныттан чахна жерлер көрүгө токту көрүлүп калат. Атуу программа салғанар ким Владимир Владимирович поручение бербит правительству Российской Федерации. Бастыкы июльга 10-10 салгадери хокон проект закона тагарар гына на обсуждение, ну, в Госдуму. Ол механизм, он того сылтан үлелик болар по всей России. Оно... Ол аты көрістік қоқтуд, да? Саға ерігер, оно хен бір-бігі тоқты-тоқпыдың бағар бақпыд. Поручение бар, ол хен әхіл, әме хен бір бәві тәрі, без финансирования из России, продолжим программу. Чағыны деттінен тәққа, бұ программа чағыны делер кейтбәт әтілер, та кейтбәттер. Саңа болла ана бөбілін реестр тола тұрар аварийны жәлерге. Онна болла ана даже чағыны аварийны жәлері әме келлерілен тұралылар. Саңа программа болла дейді ол? Саңа программа бол батақ реестр аварийного жылья ден. Просто, ну, реестр. Он екі ғылтан келін аварийны енен бөлін? Аварийны бол бұтаға жәлер. Онна чағыны дәреме келлер бітпет. Оны барты, то, конечно, турорса хатан көріқтақ біт, но Россия хем бір қайдақ. Программу словиет атын болаға, да? Хана механизм қайдақ болара пока білдіғет. Антон Ергион, қолор бігі республика өт бәйті, оны туғара соқуңғылар текілдерін, оның чағынай, тон хааста, жастар гейін қайын әпті, көмілігін әпті, бәйті соқуң келдерін. Или акт курдук, и витер нормативный акт курдук ту.
Вы должны понимать, да, уважаемые коллеги, что принятие нормативных актов, которые берет на себя обязательно республика, это все обусловлено дополнительными тратами из государственного бюджета. Конечно, да. И в настоящее время республика исполняет, например, прямые обязательства, которые уполномочена исполнять. Это, например, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, обеспечение жильем, например, детей-сирот. Вот. То есть принятие дополнительных каких-то обязанностей несет существенную финансовую нагрузку на бюджет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мой вопрос так. Был по программе переселения с Ножкина. Мы квартира Агибетель. Оно доплаты как бюллер. Оно на каких основаниях доплаты как бюллер? Он имеет доплаты, это легкая. Тем долгим вопросом. Не, то второй берете. Эги джакузская короттан, Эрьер Балах. Это джакузская короттан было, не? Ну, пала. Джакузская коротка, кедик, бу, витахик этабынан, Джон Нортон, а доплата кордан, кордюр болулар. Ол жилищный кодекска, дегенен, урус рукаттан, суруллах иддер, ведь. Тохотлах иддер. Ол, если предоставляют жилье взамен, то собственники должны разницу доплачивать те. От стоимости. Он сокунгайлдахидер. Жилищный кодекс. Он когда кеме бахарлары холовут тюхне битулёх тагаин когда бахарлары. Оценочная фирма на оценка лехтахтар аварийные помещения ларин. Он на сама квартира стоимахан оценочная фирма. Он на разница танкурен доплата лехтахтар. Вот он на хиптюс пять чоккай булай холов. Да. Холов им би гедина тахина такара булай. Ну, бортин тюлеветтер была, хасар бүгіне им бұдақта. Разница в стоимости ден жилищный кодекс ка хұрылығындер. Сөй бұттон, кәннеке, кәмінеттон, көхірі шөйдік баратурудды қанады бұғылақ, оттон кәннеке қолауыр қоратты регионығар кеметті, қорат тәргенхен көхірі жүн. Оттон қолауыр жылы хуққат иддіған төхер тардылдан хөбі. Қолауыр көхен бағарар кейік бағарпат, мехатын дет ағалың кейді қолауыр. Оның кейін түгендері әдді бұғарады. Нүктен болыр, отчығына администрация суттағықтаға ға кейілін. Принудительное выселение ден по закону. Оны суттағыр кемге барған хөбі қолауыра? Үр барын сәппі. Олы мен тақтыр бұл өлені де? Өлені көхіріне тақтығын хөп болады. Отто қанмай мен қолауырдар балыр да қолауы. Нет, но есть сроки же судопроизводства, это во-первых. А во-вторых, с судами сразу рассматривается вопрос о том, куда переселяются данные граждане. То есть это может быть не просто выселение граждан, а именно выселение в конкретный, например, в конкретный адрес. То есть гражданин должен обязательно что-то предоставляться. Вот он, эти уехаблюттену, не регулиттену, это ханна довольно халы хохта. Корка им хоть давай? Корка, ты... Себе помещение лахалово. Высота воинской га 9/1. Он на короткой программе бутон толорош. Все. Он на короткотон. Хамель бах джене кихни гахар балахтар. Дебатта. Ага, на туга мяк кахалар баллар ду эбетер бартолох. Этер гадере саса ханам баранирт. Корот, корот. Улахан объем нара вопсайнан унисул гэта. Унисулга Эльбах объемы кахарыннер, блин, 16 этапка, бу битэхик завершающая этапка. Кеннер кахарюхтах площадь алус кара? Кара. Отчата, да? Отчата, ага. Блин, була кеннер сюбе помещенины кахарыдлеры программаларын тюмектюллер. Сөп. Оттон халгы программа халганларын түгенегер холобур, да? Оттон атын хиттенеме илік аддық категория тулар эмберінді. Көрілліқтар жек олауыр, кетігін жоғын сәтті ғылынан бүтті, онтан халғы программа халғанар болағана өсті қандық жерлер кейден беріқтірді. Өте бұл действующей программаға аварийный дама 12 ғылға дере аварийный болғы жерлер кейд біттір. Полностью все дама. Ана программаға после 12-го года аварийный жерлер кейдерлер. Кейдерлер? Улыстарға мен нұк? Улыстарға везде. Білген, например, по... то республика дюнен миллионтен така тихинчак, миллионтен така квадратные метры аварийные, где после 2012 года.
Сөйпоттан бұл қарпық жентттен көхуге осынан төр бұл үмсі керек қолу, юридическі өттінен өттінәвер бұл простар бағаларды қолу, ұлықты ақтар өттілерден төр бұл ғымдық жылын қолдыру, оныттан келдерге тұқ және білдеді кеді. Бастан Министерство отрабатывает, во-первых, и с гражданами по обращениям, по всем поступившим обращениям. Министерство, соответственно, дает соответствующие разъяснения. Также отрабатываемся с муниципальными образованиями по тем вопросам, которые возникают. И взаимодействие, получается, организовываем и муниципальное образование с гражданами, например. Например, также граждане могут договориться с органами местного самоуправления по каким-то вопросам. То есть мы тоже выступаем в качестве третьих лиц, получается. Вы... То есть в любом случае на все обращения, на все сигналы Минстрой незамедлительно реагирует. Все, потом Тюхельбах холовр джила на инкарова, Тюхельбах мсюки дери. Исков много бывает? Нет, у нас дело в том, что на сегодняшний день граждане должны судиться с администрациями. Не с нами, а с администрациями. Поэтому судопроизводство это уже надо спрашивать у органов местного самоуправления. В данном случае мы как, нас в качестве третьих лиц не привлекают. Пока что. А мы просто являемся как главный распорядитель бюджетных средств. Ага, все. Да, доводим до муниципальных образований. Все, бегаем, короче, дорогу ты алло, алло, есть девит? Алло, где Кейна? Где Кейна? Мин вопрос сахан, я бы девит, вон кейн султан Агаринны, отопление помогу на роботу, но кусулга до 1 сентября, каяхатин сетта, на переселение. Канна бары? Предпузова. Предпузова. Коротко. Вон тут султан аварийный был, она уже только келер программа. Кисет была, да? Была программа уникий хелгадири аварийный джейлер. А что оно коротко, если барта бахарал на уникий бахарал дахтахта, а у собой кидана? Ага, то уникий хелгадири полностью ага, переселись, конечно, коротко, в график, в срок, все, успевают. Оттон бұл қолығыры сұрық өттігер білі жон қаддағыры атындық қолығыр әппеттеген әп болады өтті. Қолығыр соғы өнді өп, әбетер соғы өді өбетер қаддағыры бәйтін бұрауын білбәттен ең бұл жеттен жәнейін ұлбатақ жонлар бағылар дұғықты қолығыры. Көхен бағыр батақ ең болды. Көхен бағыр батақ ту әбетер көхерін бір бәтақ ту әбетер онына барын әнде бір көрі әчіп дейіп бұта дейі қолу бұра. Қасты жәлі ақчанлар ұлалылары ендер. Оның Хоконға туға мәдені иылар дұғықты дейі қолу бұра. Оның бар, а так, к сожалению, Хоконға ограничение қолу. Даже ән онша квартирлах болақты. Тағайын болақтарына ән жан көрір болақтарына әйеқі атын жәні берақтақты. А то бухана сокомна, оно баратын учитывает дахтахтар. То есть, а тын олрош всегда была она кихи, а чё она кинеха жилое помещение берет бака просто компенсация на нера, например, берет тарница. А картина где? Ага, каста она квартира лах. А то картина был бы джоннер баллар да? Баллар. А картина не была она баллар. Картина лардиан она тух оценочная стоимость. А. Кра баллар бы. Кра баллар где? Ага. Но в основном, мол, Көхен барын ең бағыр жанар олалар бұғалақ. Нерін ғылий ғындекке. Әбетір қаннары олар олдар, оны маңы жәлі ақтарын деп. Аға, оны көймін. Оттан қолы бұр, ұлақан көхен бағыр батақ, ұлақан жылылар бағыларды. Көхен бағыр батақ. Қолы мен білерден, ханға жеті тұлғыларға реген қолы бұр, көхер, бұ территорияның ұлан барандар көхер жоқты ақтырын. Жәлеріттен көхен бағыр батақ. Ну вот вы все знаете, около моста стоит, значит, около моста под мостом стоит жилой дом с зеленым забором. Да? В свое время, когда расселяли жилые дома вот под объекты, под Детиази, да, именно вот этот дом остался один нерасселенный. В связи с тем, что собственник жилого дома, значит, попросил слишком большую стоимость за свое помещение. Поэтому, значит, в связи с тем, что это бюджет у нас... не в состоянии был оплатить. Данный объект остался. Все, күнде көрәшілер бейгем, көлгіс рекламаға бары бұд, ол кәтті кәпсетті бітін салғақ бұд. Бейі бұй эфир көрілі бет, түрдің үкі отағыз 97 нөмірге, әрен кәләңгіт кәпсеттіге күттіғін, бейгені күтті бірге болын.
Эги улоку хигер бирни көрөгүт, карбак жеттен көхөрү, уаннаттан жету тутугар кыттыхан баран, албыннаппыт жону өйөн туунан кепсет олорогут. Бихи бирибитин салгыбыт, билигин болуаттан бу албыннаппыт жонго кире кайын, бу бихи каманна кинлер бәйлері кәлен туралылар, әттерден ханларын билбиттері, уаннаттан тоғы бу жау қаддақ болбудын бағасты бихи ка стихилі кепсенері. Қаддақ болбуды, қаддақ бу эги бу кооперативке кирен кибикити. Бубастатан турамин хотугу туту компаниятын застройщик Мерикенов обманутый дольщик, албыннаппыт дольщик представителя оларобун. Мантамин бу кыджагас жон имбелиттер, элбеолах жон интерестерин эми бу көддүрөбүн. Оно бу бии жебит иккисире этес. Это я делал тут луна, карка херетура хага. Он на бу итар гна бун. Бубиги ситуация будет такая, дах так сих будет хеби. Бубиги джебит сюс тон тогус квартира будет тан тюдем би хере атланна, а то натлан макатура. Он бу туту министерство такая дах бхарген хеби би проблема бутын. Багар хангамет застройщик гэт такепсетен ду бу кадикар бахджет. Джира кюхюх тех, что на руби, джип, тигр, эбби, кюхюренду, хайдахуса, бу проблема бы тен бхары хасюби. Блин, бу биги, мене ипотека бы тен тулюбит, и читеха, бу би джиби тутулува катурар, банкрокка барбута хылболла, он бу хайдах би ман балгане тан тахсых бы тен хэби. Сэп, эн, и ты кын разу бира, ага, туда дна, кими? Ту министерство петир? А, я отвечу. Тобо би джебит проблема тагайдах бахарых хайби. А то каддах бобу тэхэгэ качук пукут ол джиагат тутулгат. Билинда тэлю ипотека гудык кыллах. Ипотека гудыллы бут, бу джебит тутуллы бат. Ким тутара билли бет, оно бу бары ипотека тэлю бит. Ким хюр бет тыынча, ким тюдэн тыынча, ким бюан тыынча, оно бу тэлю тура бут, ой сёда тэлю бит уанча сыл бар. Эн кас хостах вар тэлю бүкіне? Бир хостах. Иттянгар мүлюен үкпуту мантукайым барту майда ухайдах болабынан. Сёда билейн тэлю хэджам? Сёда билейн тэлю хэджам бу, ескі хирам хэджам. Эннік түвэмэн хаддах кыны кананы? Туғамэк кыны барду, эвэлду? Ну да, действительно, мы эту проблему знаем. Это вот дольщики северной строительной компании, вторая очередь. А в настоящий момент, значит, по северной строительной компании дольщики разделились, получается, по первому объекту. Они организовали жилищно-строительный кооператив, значит, осуществляют дополнительный сбор денег, и идет завершение строительства объекта. Но там объект с высокой степенью готовности, первая очередь. А здесь дольщик у нас сидит со второй очереди, где низкая степень строительной готовности. И, значит, по нему вот у нас недавно было как раз публичное обсуждение в Алтумыне. Мы гражданам как раз таки объясняли, что на им проводится работа как раз таки по поиску нового застройщика, значит, для дальнейшей застройки объекта. Ну, к сожалению, у нас сейчас законодательство такое, что согласно федеральному закону о банкротстве, в случае банкротства застройщика, получается, значит, вот как вот, если объект с высокой степенью готовности, да, то граждане создают сами ЖСК и сами достраивают объект. А с низкой степенью готовности тут должен появиться новый приобретатель, так называемый, который уже с правами застройщика заходит на объект и завершает строительство объекта. А то бы американец банкрот был бы доказан, надо? Ну, в отношении, значит, северной строительной компании идет процедура банкротства. Значит, также в отношении его возбуждено уголовное дело. Но оно пока не передано, да, еще в суд. Но в любом случае граждан мы не оставим. Объект ССК второй очереди у нас находится в перечне проблемных объектов. Но надо понимать, что решение данного вопроса, это не этот год будет однозначно, а будет рассматриваться на 18-19 годах. 18-19? Да. А то был американец, банкрот, ботах курдук, эми туору головной тохтап, тади? Нет, процедура банкротства в отношении северной строительной компании идет в настоящий момент. Кини буллаган тута да хата вот так ачтын хандар туттан кебешме курдук бат, тади? Оно каддах тендерю хаки? Каддах судна тендерю лдарду или бу кини олохта булайк тербалах бат?
граждане вправе, значит, заявить свои требования, так как идет процедура банкротства, они включаются в реестр требований кредиторов. Получается. Mm-hmm. И согласно законодательству, в случае, значит, реализации имущества погашаются долги, соответственно, первой, второй, третьей очереди кредиторов. Mm-hmm. Только так получается. И в случае наличия имущества, которое можно реализовать. А что сюда оно кютер, да, Максим? Ну, они в любом случае, вы же вошли в реестр кредиторов. Да, в любом случае они там состоят уже. Mm-hmm. Почти все дольщики из Северной Сали компании уже включены в реестр. Mm-hmm. Хорошо. Шеп, он там был, она блин, бля, хай, рина, она у меня календарь, мне обмануть, потому что он кидал, он там договор, и интуир сюда, когда варбте. Чон санабытын уран чептеги деммит, онна сөбілен меппит, олгынан барын мені кәннеке кларыс еткенден болбыта, онтан кәлбетседен болбыта, онтан қарчы төлөөхіне 2-13 сыллақа чашынға берілі біте, егер бұл Демра Бештенге, аны бұл чаш... Бұл министебін дұрғабат жонал бұнна біттен, онтан ердіхан білбітім күрджік барал бұнна бітте бітпет, дұрғабаққа бұрты жүрдіңдан дақса кейі, онтан жашыңға бұл кендігі білбітімін соғытық болан қалбыппын. Сөп, олхен боланы август айыға кетігінші 14 сыллаққа президент Егор Борисовқа сұрғы сұрыямын туық ердіхан аспыта, онтан бұл сыл бес айыға прокуратураға әне аспыта, онтан кетігінші 15 сылға бұл 90-негіға бұл машинчество дәңі білінен ұғылығын әделі ағылды бұта. Сөп, олғынан барым оланы чашын тұтылы бұта, ошынай ставкен бар бұта, онтан чашынтан ол тұтан тұппыт кемнергер бұл республикаттан тақсыбап бінден сұрғы ғылылы батақ. Оны тағарын күйдан көспіттер кейбі түйтан қалды. 2-15 сылыптан ол кейіне хүппітінен мен жылым сабылынан тұрар. Иттағымайы күйті біт, көрді біт, ұрағы бұриятияға барден сөп. Онтан бәғәме ғырттым, оны болғаным порушене бері біт, көрді өңі бұриятияға ғыта біттім болды. Олғынан барын маңықтен тілдер. Сақа сириттен тоға барын көрді өбеттір үйді бін, атын кейінеған көрді құнлық, бәлім дойдылырттан барын көрді әмбілін ұлалдыр. Бұл екі сыл тұқары бұл батақ кейлерін қайы бұриятия ұттан ол иетті дойдыта бар сириттен кем әтін береғай. Сөп, онын бұл ғаны мен тұқтен етіндік сақа сириттен бұл ұғылу неврозыстарттан барын көрдіүр командировканнан ең барар қықтары ұқты. Бұриятияттан үңірі кәлінің бейді бар біттілер. Бүгін деме еттім бәғәме. Қасыз үкі ғылын ұғы еттім мен. Сөп, оның ғиды қын бағырын. Прокуратура бестебетелері бағалар. Бағалысты үндікке тұқ қаттық кейлерін бұл ұқтырын өбе. Дұрағыларын, әтелі бет түгенге қолуына жылы көбітілден сілесті бара тұрар. Ол прокуратура контролығар үті жылы бар. Күттіғын тұту әтті өпсінің прокуратураға контролығы бар. Үті қайысқал. Иғанаға тұр, если полиция предварительное следствие үлгеттерінен үйі бірап күт көмчілігі мүддегіні бұл ақытында бейқым сүгілдері қытынып, үнді бұрға бұғарсық бұтынып. Хеппелін ол үйті вопросы предварительное следствие жарқтынар тоқтарғы таны итағыт. Бейі бұлған үйті жылыны контролы ұт, оны тоқпар бұланы қай қытынып. Мен прокуратура тегі жүрден дәйі наған? Мен прокуратураға білі сұрғынан бербедім. Мен нар следователі қытары бұғарсығын. Туады қаследователі үйтін өлігі үйтін бұлады. Оны кем розасын айтуықтан Кириллинден, Алексей Григорьевичтен. Оны бүгін ол әме туық бері бітті біттіреді. Туық деті бітті. Ирдірге. Допрос. Ану бұлданы, бұл, ан бастан мен ол президент тұғар аппаратығар көрдөс бітен боламын, жығал ан бастан мегінен арылы бұта өп, онын бұл дұрғабат жонларын күрчік мақтанын зуын нұрен әтілер, ал бұннап бұт жон. Онтан бұлданы, кәлінте ағынан білімен хоғытық болан қалдым чашыңға, сөп, ол ең бұлданы тұғықтен бұл дұрғабаты тұп бұттара, онтан арағырылақтен бұл бұта. Онтан он тұқая сымыята да қастан бұта, онтан манулер ехілчерден бұл бұта бір үйті бар, онтан бұллағына қай бұттар, түйеті қайылдан сұтта.
он там или суд просыгнемигер, был кини туга преступление это экономического направления ден тахарал дарбит, лобур кайттан, так сам баран суд просыгабар турарки мирки хибите мекотан халбат, один была на мины и парбастан Анжелан Буким Кеннеттен дробат кеннеттен бирді көрілерден, сөп, тоғыды тағы дробат мәлдес, мен жәр болдағы, мен ұлбатағым чашын таңқаршыды, сөп, дробат мәлдесер, олен чашын паттивердегін ұқтақ, олен қайттық бағырыр түгенен чашын ері болулы ұқтақ ден, кіржік сөп, тұрар, боп бұрос, ол кінан барын болдағына. Оттан дробаты, дробаққа келбет жаннар қайатлы. Компенсация ла дох. Ким далалик? Ага. Болохтах. Хеп, ким далалик? То дека суд болалик полади. Ага. Котан калдади. Хеп, он там лана джигнени ти документ бихит на крджик чашин атын курду көстер. То дека кине ООО Север Автомаш генеральный директор ден рулдар. Он там лана биде дробат он на битяй ска битяй деннен рулдар. Олин биде хоком бихит на киндер иккен көрдірілерден көрдік болдады. Атайын кімі көтті доғарды сұпты? Мен бұл ашашын көтті доғарды сұптым. Ол күнім бұрын практически барадеті үйен бейдер. Оны бұл аманына бұл туақыды бігі доп простан нақпытты. Оның жонларыған барды көрдірілерге ол үйен бейдер. Тоды тақы мен қарчым чашынтан құлар дұру баққа барар. Сөп, олен бұл ана итіне дробат чашин ден арар баккана чашины дробаттан арар бакка тебистен сохыжан бу дробаты туттактырна кайттак бар эртектерн хөп болади унур даже эртектер халды болону мелжес биттен кулубур олем болам мен эме көрдөхпүн багынабын бу дробаттан чашины төрөт арар баккере бараларын бийге бу хөннерин бир головны жылы мурхма онны кыныкпын багырмын сөп олем болданы биле кредит бир колор бир неме төлөйм мен 5 жыл кылбытым колор бу икки оглу хогото икки итимле хогото жактарга онотанын улакын олор бир хеннерде болмам деп онны мүмкүн эле аркыгым суак сөп эти курдук онны болданы тоқтен эгени курдук багырбытым ана кайдара чыгадан бир түбүлө ийе хатылдыр жоннор ол кан мен тоғыр бытан дегпин багырым Тогда когда жом тутуллалар, он кота не хлебт. Урчашин тутулна котта, дурова тутулна котта. Он был на икл, а был на турер. Блин, он чашин, как он кустил, мы делаем мне камца, бат. Ага. Олем был на бега. Мы республику лохтах турер, бегалам так не мир. Когда рахарс калах, так сын их багравен. А что джига тутутулахтан тур дагаде? Мин джим вообще тутулуват тур. Тогда я такая сиде, этим бы такая не вице деньги мин гдан кибис битте. Бо тухта нова портовской тан. Тогда я такая носю бирди квартира на икдо не натлам бате бит. Анрахтигер. Он вола мигин гали вице деньги путер хабу сотох бун. Он тум бери документ хуахир. Манна бери эти умсе бери мкенден уэрден кот биттере. Оли машинчество деньги минатер. Ол машинники, ол бір тұтулу ақтақ дейін. Оден бұланы... Отан бұл, маңнық бұрую кәхәтшілері, маңнық бұл соқуыны кәхен тұранлар бәлерін қарбық жеттен, оның отан сарбық жон осынан қаддық кейден қалалар. Оның мейтіліқпін барымын де, ол бір атын ертен кәләді. Ол бір тұту бұл әгетігер қаддық кейден қалалар, оның отан кейлері қаддамы бір бекелілер дұу оқты. Ол тұту министерство дәттен надзор енден барды. Мен өтем не? Так, оттан бұл бетей, оны дұрубат дәдінар, тоқтағаны көңіл документарға оқыты, жонтан қатшы Олеген бейі кәті әхімді еркіп бәттір. Ең қалып ақы қоғынан бұл тұтуға көңілі бұл сүрге документнақ тәріттілері та әнекетігер жонлары абын абадынлар ғына кәті бет. Ал күрді қатты оның тұту оның дие оғатты... Ту оқчығы кенлер қатты қол жонлы күтті документнасы бұттары? Кенлер бұл ағынаттан машинишісі бәдем ұлдайды. Оно то, тогда на росреестре регистрация ломака, а я вот когда договор нам уже хочу у меня кирмарал.
Лицензия. Вот он тут арган был улелирке. Но нет такого понятия сейчас, как лицензия, да. Вот он усилах хабарит, и управление стройнадзора, получается, ведет контроль и надзор за теми застройщиками, которые осуществляют привлечение денежных средств по договорам долевого участия. Вот это вам, да? А в данном случае, получается, у Дробота и Витяя там были объекты самовольной постройки, которые строились в отсутствии разрешительной документации, в принципе. То есть граждане изначально тоже должны были понимать. То есть там же были гаражи на первом этаже, а над гаражами уже надстраивались квартиры, которые потом продавались гражданам. А граждане все-таки некоторые... Почему вот нам некоторые граждане пишут? Потому что они знали, что там объекты самовольной постройки. Они надеялись, так и пишут, что мы надеялись, что после завершения строительства власти помогут оформить и узаконить данную стройку. Улата сокуунан бартын берекелектах курдук буландыхарды, эветер юрискети яхтахтарды. Ну, то есть граждане при заключении договоров должны все-таки сами нести ответственность за то, что они вносят свои денежные средства, отдают за застройщику. Граждане должны тоже понимать, нести ответственность, проверять необходимую документацию, узнавать про застройщика, потому что все-таки в сфере строительства нет таких, как сказать, этих посторонних людей. А то, министерство ТР, он ну туаме консультации курдук, телефоны им барду, холор хантам бисиктарне, бугири естрге барду хохту эветер. Нет, мы всегда говорим гражданам, да, что вы можете позвонить в отдел жилищной политики 420015 и проконсультироваться, да, по тому или иному застройщику. Также вы можете обратиться в администрацию города, в департамент градостроительства, узнать о наличии разрешительной документации на объект застройки. И также необходимо также обратиться в управление госстройнадзора о том, что по нынешним правилам теперь стройнадзор именно выдает заключение застройщику о соответствии. Получается. За этими документациями, за этой документацией нужно узнавать о стройнадзоре. Чеп.
Реклама Олгойгер бириге карбак жеттен көхөрү оннотон жетутуга кеттен баран албына пыт жону өйөн туунан кепсетелер робот кепсетибитен салгыбыт оттон бу осынан бу албах түгөн бар булага деп албынаты ол эм болгонтон республикада гана Россияда гана бу сокуунан килерге көмөлөр курдук сокууну улардылар кийдилер ол туунан баасы кепсен бирок биттен би килер бу бияга келбит. Ну, вообще, долевое строительство регулируется 214 федеральным законом, который постоянно, значит, вносится изменения. В этом году были внесены большие изменения. Сейчас, например, уже прошло первое слушание в Государственной Думе, проходит второе слушание. Закон, касающийся отмены страхования договора долевого участия. И вводит такое понятие, как компенсационный фонд застройщиков. То есть, получается, значит, те застройщики, которые получили разрешение на строительство, значит, с января 2017 года, будут обязаны отчислять обязательные взносы в компенсационный фонд. Получается, сам средства фонда будут расходоваться на предоставление социальных выплат гражданам, либо, значит, на предоставление субсидий застройщику, который завершает строительство проблемного объекта. Вот. Алата, кини катчылан баран бюджетин тутуунунда кини фонга бастан катчугок такта төөр бургананда. То есть получается, до заключения первого договора долевого участия с гражданином застройщик обязан, значит, внести обязательный взнос в фонд компенсационный. Кас бидди дольшиктен кини договор төрсөр болла, онтон катчы берер, да? Нет, до заключения договоров долевого участия, да. Застройщик должен сделать данный взнос. Олата квартира там такая была. Так как тебе квартира на баре, отчего дольщик бар была, да? Отдохту. Кас квартира там, оттон, кинет договор, ты все регар... Нет, значит, процедура такая. То есть вообще, в принципе, после получения разрешительной документации, после получения заключения Гостройжилнадзора о соответствии, застройщик должен отчислять данный взнос в компенсационный фонд. И только после этого он может заключать договор долевого участия с гражданином. А то бу фондону лата дольщиктер бәлерін оралдарды. Дольщик қатты қарманықтан барады, или бу застройщик бәлді бастан бұлғар болады, бу фондаға қатчатын первоначальный взнос деп көрдік, да? Это не первоначальный взнос, это средства застройщика, которые он единовременно вносит в этот фонд. Потом в данном фонде средства накопляются уже и расходуются по решению совета фонда. В настоящий момент по первому чтению, да, в проекте закона там была плавающая базовая ставка, а ко второму чтению там были такие большие трения застройщиков, вообще депутатов, и ко второму чтению, насколько я знаю, проект был изменен, и сейчас застройщик должен носить 1-2% от общей стоимости объекта. Да. От объекта. Оттон бу ханга китбит улардыларга бу албынаппыт, эрдел бунаппыт жаңа тулгаме көме бар болоду өйү билгендерге. Нет, действие данного закона, оно распространяться на обманутых вкладчиков, которые до вступления в действие силы не будет однозначно. Потому что в настоящий момент у нас все-таки действует и страхование договоров долевого участия. Но, к сожалению, данная норма, она себя не оправдала, и по всей России вот эти вот страховые выплаты не были никому произведены. Потому что страховые компании, получив, получается, вот эти вот суммы от застройщиков, они сами ушли на банкротство. Оттон бу холовур багалстырна. Онтон тем тух аммантай дольщиктерге реестр алынды деген болбатта. Ага, онна бие постановление бытын холовур следователь постановление асын беребендир. Онын жан туттары тахпына мен тоомит көмелер кахтахпында. Фонд ахалыр ден бары деди.
Ну, дело в том, что существует реестр пострадавших граждан, чьи права, чьи денежные средства привлечены и чьи права нарушены. Этот реестр ведет Управление госстрожилнадзора. Mm-hmm. А мы, Минстрой, ведем реестр пострадавших участников строительства на территории Республики Саха-Якутия, значит, которые заключили договора долевого участия по объектам, которые вошли в перечень проблемных объектов. Mm-hmm. Объекты Битя и Дробота мы в перечень проблемных объектов не включаем, потому что это объекты самовольной постройки. Чащенко не имеет нового ученого. Ну, Чащенко, соответственно, так же, да. Бейха, короче, ты будешь говорить, алло, что ты? Алло. Здорово, это администрация, где мы пытаемся хотим помогать. То есть рекомендацию просто дать, да. Но не справку, это не письменный mm-hmm. документ какой-то. А то улус администрации он берет дохт. Окпола, то улус администрация ты идти. Вот справка, холовур, улус колорки, холовур ханатир. Улус, чем бит, кине администрация дир была. То ультрите разрешение лах, то ден обращение лен хурион хеп, он на петтих трен хеп. Бо кадик мандик трил товар до хох то ден. Любой ки ханик пар орган обращается на браптах, он органы государственные органы петтир дуваме. Олахтага жахал теме петтир. Потом исполнительное производство просто прекращается в связи с невозможностью исполнения судебного решения. К сожалению, такой практики очень много. Mm. У нас, например, с 2012 года очень много было проблемных объектов, по которым застройщики не выполнили свои обязательства. И почти у всех дольщиков было именно постановление о прекращении исполнительного производства. Это, например, такие застройщики были, как вот ТО «Прит», значит, по Билибину они дома строили. Проспект Ленина, 55. Олата, кантан на качеларын ылбаттар была, у Билибину. Получается так, да. Бугихи вала она тухты имущество, это бая дуала хох. Да. Кантан на кэн. Ну вот мы даже в Минстрой 10 года обращались в правоохранительные органы и в органы прокуратуры о заявлении о том, чтобы застройщиков привлекли к ответственности еще 10 года. Но вот, к сожалению, пока у нас еще до сих пор. Хакон цитаты хок пар была, идет, блин. Сокон кайба была, кинер гаддахт. Ну, уголовный кодекс мошенничества всегда был. Битя один тридцать би уголовное дело кого-то для расследования аппаратура, ты жил би хваллер кого-то любит и ко вся доктор га мошенничество и доктор га делал арбаллер кого-то любит тра. Вот он гаддахт он нердерит кинер была на лахна да кайен тоннер би была, качта. Биохимиллион крылюнне вуханхокон лондан. Ол кач аптах потах бу проблеманы бухарга. Олин төнен элбак крылюр очонун инди бу простор бухарлыктырнеп. Онтен реестр гал баптети. Тохло бир мин чашин тан бардах бина мин илхтах болдах кети машинчиства тиксибит кини. Мине дроба тан бияйтан арар олорт болдахтарна чашин тан тиебин.
Ну, существуют критерии включения в реестр. Вы с документами завтра к нам можете подойти, и вот как раз-таки Управление Госстрадожилнадзора проверит документы и соответствие для включения в реестр. Ну, хотелось бы вообще гражданам посоветовать, прежде чем отдавать свои кровные средства, которые они заработали, например, для своих детей или для себя, опять-таки, да, для улучшения своих жилищных условий, чтобы они не, самое главное, не велись на дешевую дешевизну квартиры. Потому что дешевого жилья не бывает. В основном вот эти вот объекты самовольной постройки граждане, которые туда получили, это объекты были с дешевой квадратурой. Чтобы мы не говорили, что мы не можем.